Так. Сюда. Сюда поднял. Сюда. Угу. Ученики проходят заднюю и переднюю леваду. Да, голова спокойно висит. Два. И продавливаем вертикально вниз, прямо в позвоночник. Вот. Да, голова висит. Усилим эту форму через колено. И продавливаем. Раз, два. Позвоночник вот туда. Три. И при сколиозе можем маневрировать. То есть при левостороннем сколиозе, да, вот мы давим вот так вот. Раз, подогнули ноги и за руку два. На себя. Рычаг за руку получается. Чуть-чуть подкручиваем. Да, вот так вот. Хоба, молодец. Да, с использованием ступеньки, вот левада делается, да, двумя руками можно. На флексию. Позвоночник разгибается назад. Ага. И усиливаем эту форму. Да, и толчок назад, вот, да. Это шейный лордоз вправляется. И по позвоночнику также вниз прогибаем, а голова это рычаг. Да, отлично. И усиливаем форму, когда упираемся теперь в челюсть. Да, вертикально вниз, да. Упор теперь в челюсть идет. Да, я вот за руки взялся. Да, а рычаг у тебя есть за руки? Да, если да. Да? Ну лучше за лоб, я обычно за лоб. Вот так вот, да. Да, не, мне вот так, мне кажется. Более эстетично, да, как бы? Отлично, молодец.